Добрый день, меня зовут Ирина. Я пенсионерка. Мой секс-символ, ну, пожалуй, это ранний Машков. Ранний. Подчеркну. Ну, сейчас очень многое в жизни поменялось, поэтому и меняется отношение. Нет, взаимодействий никаких не было. Я его увидела, еще тогда была табакерка, в роли папы, конечно. Ну, потом всякие сериалы были, где вот он олигарха играл. Ну, и вообще такой потом «Пираньи», мне кажется, или я путаю с Мироновым, наверное, Миронов там. Кстати, вот в «Пираньях» Миронов тоже супер. Вот. Ну, и, пожалуй, что они совершенно разные, разные амплуа, но женская аудитория их воспринимает очень тепло. Меня зовут Артем, мне 28 лет. Мой краш – это Катя Варнава. Мне нравится ее жизненная история и ее принятие себя. Ну, над ней долго издевались, а она все равно как бы stay strong, так сказать, вот, из-за этого. Она тоже танцевала когда-то, вот, и в одной студии со мной. Я с ней лично не знаком, вот, я просто бывал в той студии, где она тоже бывала, и так иногда ее видел издалека, вот. Но я сейчас уже давно не танцую, поэтому... Здравствуйте, я Марина. Я пенсионер. Для меня Даниил Козловский является секс-символом. Обратила на него внимание в фильме «Экипаж», и мне он очень понравился. Я ему поверила. Но я не могу сказать, что он совсем для меня секс-символ, но, по крайней мере, он мне очень нравится, и появляются какие-то желания. Сексуальные желания не возникали. Я ему просто поверила. Меня зовут Катя. Полных лет 17. Мой краш – это Иван Янковский, наверное. Он очень харизматичный. Он этим цепляет. Внешне очень красивый. Где я его увидела? Увидела вообще, когда я листала ленту в Инстаграме. Не помню, что за роль, не смотрела сериал. Больше всего мне нравятся в нем глаза, улыбка. В целом, он симпатичный. Меня зовут Лиза, и я занимаюсь дизайном. Мой краш – это Шаман. Мне кажется, что он крутой, у него классный стиль и крутая музыка. Это была шутка. Мне нравится иностранный диджей Гаджа, потому что он играет индустриальное такое техно, очень необычное, так что все слушайте его. Я Никита, мне 25 лет, я художник-декорист. Мой краш – это Владимир Владимирович Путин. Великий человек, нечего объяснять. Всем все ясно, все все знают. Я в Москве с самого детства как бы живу. И видел, как страна меняется, как меняется город. На улицах стало чище, безопаснее, приличнее. Поубирали эти все уродские вывески какие-то непонятные. Облагородили здания, куча всего открылась. Ничего не закрылось, только плюсы. Меня зовут Саша, бариста. Вот, я варю вкусный кофе. Мой краш – это я сама, конечно. Больше всего люблю себя. Но я думаю, для того, чтобы любить себя, повод не нужен. Если прям совсем откровенно, я очень люблю Лизу Монеточку. Я очень люблю Лизу Монеточку. Это вот большая моя любовь. Пусть она сейчас не в России, не в Москве, но я ее все равно очень люблю. Вот, наверное, это мой краш. И как внешний фактор, она очень привлекательная девушка. Вот, и песни ее, безусловно, я очень люблю, вот. Помню, как моросило, а я шла из кино. Это было в России, это было давно. Это было в России, значит, было во сне. Сон украсть не под силу, он останется мне.